Глава 10. Как обогнать Apple, Microsoft и Google. Дорогие коллеги, друзья и партнеры, эту главу мы посвящаем нашей стратегии достижения первого места в мире нашей звездной команды Super Jump. Почему важна стратегия? Посмотрите вокруг себя, и вы увидите 99% трудолюбивых, умных, талантливых людей, но они не смогли и никогда не смогут добиться большого успеха, потому что у них отсутствует стратегия. Как говорил мудрый Сунь Цзы, стратегия без тактики – медленная победа. Тактика без стратегии – суета перед поражением. Вот они и суетятся перед поражением. Так как каждый интеллект-тренер Super Jump равный среди равных, и даже если вы стали интеллект-тренером Super Jump лишь минуту назад, вы уже стратег, интеллектуальный полководец, главный тренер, главный мотиватор и создатель 100-миллионной команды, преданных вам, уважающих вас, интеллект-тренеров Super Jump по всему миру. В этой главе мы, как более опытные интеллект-тренеры, мысленно возьмем вас за руку, и мы вместе пройдем от сегодняшнего дня к первому месту в мире бизнес. Напоминаем, что нам первое место в мире нужно как воздух, не только для того, чтобы стать сказочно богатыми, но прежде всего нам важно создать компанию номер один в мире, чтобы спасти человечество от самоуничтожения и помочь миллиардам хороших людей. Как заметил Альберт Эйнштейн, воображение важнее знания. Знание ограничено, воображение охватывает весь мир. Согласитесь, коллеги, знания описывают то, что мы знаем нашу реальность, а воображение, как машина, времени может перенести нас в будущее. Используя воображение в этой главе, мы хотим мысленно взять вас за руку и провести дорогой успеха от сегодняшнего дня до нашего законного первого места в мире. Просим вас не использовать розовые очки, а наоборот, на протяжении всей главы быть скептиком, циником и внимательно изучить каждое наше утверждение. Если вы готовы, то вперед! Начнем с того, что сегодня абсолютно не важно, сколько у вас денег в кармане, сколько вам лет и какой у вас стаж и опыт в бизнесе. Исследования показывают, что 76% самых богатых людей в мире стартовали без связей, специальных знаний и стартового капитала. Нам важно, чтобы вы не комплексовали по поводу вашего социального статуса или прежних провалов и поражений. В новой индустрии Super Jump у всех трудолюбивых, честных, амбициозных людей есть великий шанс стать богатым, добиться мировой славы и уважения, оставить яркий след в истории. Чтобы снять ваши внутренние комплексы и возражения, приведем всего лишь несколько историй великого успеха. Джон Рокфеллер в свое время был самым богатым человеком в мире. Вырос без отца, в бедности и нужде. Когда он искал первую работу, каждое утро на протяжении 3 недель он надевал единственный свой приличный костюм и до ночи искал работу. Никто не хотел нанимать бедного юношу без образования и практического опыта. Тот день, когда его приняли на работу помощником бухгалтера за символическую плату, он всю жизнь праздновал, как день рождения. Затем он стал первым миллиардером на Земле. Сегодня его состояние было бы больше триллиона долларов. Второе. Стив Джобс. Приемный ребенок, у которого не было денег на образование. Иногда ему приходилось собирать и сдавать алюминиевые банки, чтобы покушать. У него не было денег на билет на автобус. По выходным, чтобы бесплатно поесть в церкви, он проходил несколько километров пешком. У него не было стартового капитала, связей, но он стал миллиардером, легендой и создал компанию Apple. Третье. Илон Маск. Мигрировал из Южной Африки в США, чтобы уехать подальше от отца, который часто бил его мать. Иногда Илон жил на $1 в день. Они с братом жили и работали в маленьком офисе. У них был один компьютер на двоих. Пока один из братьев работал, другой спал на диване. В офисе не было душа. Чтобы помыться, они ходили в ближайшую благотворительную миссию. Сегодня он самый успешный и богатый предприниматель в мире. Почему мы выбрали именно эти истории? Все дело в том, что триумфального успеха эти ребята добились, потому что они создали и подарили миру новую индустрию, новый рынок. Рокфеллер создал новый рынок нефти и нефтепродуктов. Джобс – новый рынок персональных компьютеров и айфонов. Маск – новый рынок многоразовых космических ракет и электромобилей. Мы, интеллект-тренер, создавали новый рынок
укрепления ментального здоровья человека, зарядки человека энергии и рынок спасения экосистемы Земли, считай спасение всего человечества. Так что у вас, у интеллект-тренеров Суперджамп, есть все шансы стать первыми в мире, богатыми, известными и мегауважаемыми. Поработать, конечно, придется, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ну вот, вроде бы и все. Теперь мы готовы отправиться в самое интересное и увлекательное путешествие. Представьте, что мы с вами стоим у подножья большой горы под названием Бизнес-Олимп. Там, на вершине Бизнес-Олимпа, много света, тепла, славы, денег и величия. Сегодня Бизнес-Олимп занимает Apple, Microsoft и Google. Мы специально не упоминаем арабские нефтяные компании, так как с ними все понятно, скучно и неинтересно. Наша задача – подняться как можно быстрее на мировой Бизнес-Олимп и занять там наше законное первое место по капитализации, авторитету и уважению. Между нашим стартом и вершиной Бизнес-Олимпа находится очень много дорог и перекрестков. 99% этих дорог заканчиваются ловушками, болотами, пропастью и тупиками. Нам важно выбрать одну единственную, правильную, надежную дорогу, которая приведет нас к грандиозному планетарному успеху. Задача понятная. Делаем первый выбор. Перед нами две дороги. Одна проходит через офлайн-мир, другая через онлайн-мир. Давайте вместе сделаем выбор. Офлайн-миру уже столетия. Особая жестокая конкуренция произошла в последние 20-30 лет. Как результат, укрупнение, глобализация рынка, выжили только сильнейшие. Приведем несколько примеров. В производстве безалкогольных напитков на рынке остались только два гигантских игрока – Coca-Cola и Pepsi. В производстве дальнемагистральных самолетов тоже выжили два гиганта – Boeing и Airbus. В производстве кофе лидирует Nestlé. В производстве моющих средств Procter & Gamble и Unilever. Еще недавно на Земле конкурировали более 100 производителей автомобилей, сегодня остались единицы. Рынок быстрого питания захватили McDonald's, KFC и Burger King. Есть ли смысл нам конкурировать с этими гигантами, монстрами, у которых доходы в год измеряют десятками миллиардов долларов? Конечно, нет. Только глупый человек сегодня может надеяться в офлайн-мире построить компанию номер один в мире. Естественно, мы с вами выбираем новый, быстрорастущий, удивительный онлайн-мир и решительно делаем шаг. Итак, мы к первому месту в мире пойдем через онлайн-мир. Нам с вами сказочно повезло, если бы не появился новый виртуальный, у нас бы не было ни одного шанса быть первыми в мире. Поэтому мы уже с вами счастливчики и везунчики. Делаем второй выбор. Давайте сделаем несколько шагов и прежде чем идти дальше, осмотримся и постараемся понять, как устроен этот новый интересный онлайн-мир. И первый вопрос, который мы задаем, кто является лидерами, самыми дорогими компаниями в онлайн-мире? Google, Amazon, Apple, Intel, Microsoft, Facebook, Zoom, AMD, Adobe, Nvidia, Alibaba, Tencent. Следующий вопрос, который мы зададим себе, а сможем ли мы создать новую технологическую компанию и обогнать этих монстров по цифровым технологиям? Ответ – нет. В своем развитии они ушли уже очень далеко, у них миллиарды долларов, на них работают десятки тысяч лучших специалистов в мире, да и мы с вами не золотые мальчики из Кремниевой долины. Итак, мы с вами находимся в онлайн-мире, и перед нами стоит новый выбор. Где в онлайн мы можем заработать большие деньги и создать компанию номер один в мире? Какую проблему, боль людей мы можем решить, чтобы стать компанией номер один? И здесь нам снова повезло. Мы видим, как сегодня миллиарды людей страдают от ментальных, психических проблем, хронической усталости, одиночества и потери смысла жизни. И, к счастью, у нас есть запатентованная методика Суперджамп, которая за небольшие деньги – намного меньше, чем берут психологи и коучи, эффективно помогает людям. В отличие от классических психологов, консультантов, коучей, мы продаем не часовые консультации, тренинги и вебинары, а мы, интеллект-тренеры Суперджамп, продаем абонементы на интеллект-тренировки в наших онлайн-интеллект-клубах Суперджамп. Наш новый подход к помощи людям заключается в том, что мы не лечим психологические и ментальные заболевания, а наоборот –
на ежедневной основе развиваем в людях уровень счастья, энергии и конкурентоспособности. Теперь мы знаем, куда нам идти в этом новом онлайн-мире, чтобы занять первое место на бизнес-олимпе. Делаем третий выбор. Итак, у нас есть миллиарды несчастных людей, которым как воздух нужна наша помощь. У вас в кармане уже лежат 100 миллионов новых рабочих мест. И теперь стоит вопрос, как строить бизнес? По сути, есть два пути, и нам нужно выбрать самый эффективный. Классический путь развития бизнеса. Практически все психологи, коучи, консультанты, мотиваторы идут этим путем. Они продают час своего времени, рекламируют свои услуги, создают воронки продаж. Не будем описывать подробно их подход к бизнесу. Вы его прекрасно и сами знаете. Скажем только, что нам, интеллект-тренерам, такой подход не нравится. И вот почему. Первое. Если психолог, коуч, мотиватор заболел, то его доход равен нулю. В классическом подходе нет шансов создать пассивный доход. Второе. У них нет международного развития. Ты ограничен своим временем, визами, арендами помещений, языковыми барьерами. Третье. Через классический путь практически нет шансов выйти на IPO и разбогатеть. Четвертое. Про мерчендайзинг и наследие тоже можно забыть. Путь развития бизнеса через партнерство. Наша уникальная партнерская программа открывает перед нами еще вчера обычными людьми бесконечные возможности. Первое. Создать самую большую команду интеллект-тренеров в мире – 3 миллиарда партнеров. Второе. Вложив символические деньги, стать долларовым, миллионером или даже миллиардером. Третье. Создать пассивный доход, оставить большое наследие детям и внукам. Четвертое. Спасти экосистему Земли, помочь хорошим людям и спасти человечество от самоуничтожения. Пятое. Оставить яркий след в истории на тысячи лет. Все преимущества нашей партнерской программы мы уже изложили ранее в отдельной главе. Итак, дорогой коллега, друг и партнер, полагаем, что выбор в третьем шаге тоже очевиден. Нам нужно идти по пути развития бизнеса через партнерскую программу SuperJump. Мы вместе с вами прошли путь от сегодняшнего дня до первого места в мире, мировой славы и грандиозного успеха. Очевидно, что текстом мы не можем передать всю красоту и мощь нашей новой 10-триллионной индустрии SuperJump. Но мы абсолютно уверены, что если вы станете интеллект-тренером SuperJump и начнете помогать людям, то перед вами откроются самые великие перспективы за всю историю существования нашей цивилизации.